Вы знаете, что 30 августа состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят ряд кадровых назначений. Эти назначения в том числе затронули и Симбирскую епархию, Симбирскую митрополию. Изволением Божиим, по решению священноначалия, мне определено быть митрополитом Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии. В Симбирске я никогда не был, посещаю его впервые. Первое впечатление от города очень хорошее. Очень хорошее впечатление от жителей города, но еще, может быть, как раз и потому, что я приехал, когда город праздновал свой день. Это был, так, конечно, праздничный день, люди в приподнятом настроении находятся. Ну, наверное, как в любой епархии, предстоит решать ряд вопросов и проблем. Обычно жизнь, не только церковная, везде и всюду приходится решать различные вопросы и проблемы. Есть они, конечно, наверняка и здесь, иначе тогда не было бы нужды в епархиальных архиереях, если бы нечем было заниматься. Вот. Стоит ли касаться моей биографии, не знаю, потому что сегодня на просторах интернета можно узнать все. Вот, ну, просто скажу, что мне пришлось в сане священника 20 лет служить и уже более 20 лет в сане архиерея. Сколько Господь еще даст служить церкви, это его всеблагая воля, но очень надеюсь на милость Божию, что остаток своих лет удастся посвятить служению церкви и народу Божию, еще что-то успеть сделать здесь, на этой земле.